А вам не сложно, что вот вас воспринимают, какая красивая женщина? Вам припоминают ваши критики и модельное прошлое? Это не потому, что кто-то модель, то человек не может играть. Это не причина. Человек может не уметь играть просто потому, что не умеет играть. Да, многим моделям было трудно это сделать, но это не значит, что нет исключений. Все, в принципе, зависит от внутренности человека. Я всегда хотела быть актрисой. Я временно была моделью. Модель была да, ступенькой, да? Да, такой. Для меня это было ступень. Люди, естественно, этого не знают. Они думают, что я была моделью, и вдруг мне в голову взбрело быть актрисой. У меня все было наоборот. Я ждала, и я знала, что я это буду делать. Вам ваше российское происхождение помогает или мешает в карьере? Происхождение? Нет, происхождение, я даже думаю, мне помогает, потому что у меня все-таки есть какая-то вот, какая-то, наверное, русская, не славянская, можем сказать, душа, да, какой-то вот залог. Все 15 лет, сколько, 16 лет, да, проживания, да, я все-таки выросла на Украине, не в России, но все равно, да, вот, я русскоговорящая. Вот, то есть все-таки это дало, понимаете, наши люди, наш менталитет, наша вот эта эмоциональность, вот эти наши романы, да, Толстой, Достоевский, все это дает все-таки, у нас люди такие. Замес такой. Да, мощный. Это дает какой-то, мне кажется, я, допустим, я очень рада. Я очень рада на сегодняшний день, что я не родилась. Ну, хотя, смотри, Европа все-таки они тоже глубокие люди. Но, допустим, я рада, что я не родилась в Америке. Я очень рада там сейчас быть и работать. И я, может быть, там буду жить какую-то часть своей жизни. Мне очень нравится Лос-Анджелес. Но я рада, что мои корни идут с. Они славянские, потому что мне это дает, мне кажется, приоритет, потому что люди там другие.